Считанные дни остались до начала учебного года. Аким города Абат Шыныбеков проверил готовность школ Уральска. На сегодняшний день в учебных заведениях завершаются ремонтные работы. До Дня знаний осталось меньше недели. Школьники уже ждут своих первых уроков и встречи с друзьями в новом учебном году. Чтобы оценить готовность, глава города Абат Шыныбеков посетил несколько школ Уральска. Первой стала третья, расположенная на улице Тимир Масина. Здесь в сентябре за парты сядут 745 учащихся. Зданию школы почти 70 лет. Последний раз капитальный ремонт делали 15 лет назад. Сейчас завершаются работы по замене кровли. Текущий ремонт, крыши, которые делаются в этом году, он производится в связи с теми чрезвычайной ситуацией, которая была 3 и 4 июня. Делается два участка крыши. Крыша пристроя, которой 30 лет не было ремонта, и которая в этом году вот 30 лет и исполняется. И крыша того здания, где мы находимся с вами сейчас, частичная замена покрытия школы. Работы начались со 2 августа. Подрядчиком является ТОО «Батсхрлос». Они производят полностью ремонт по крыше пристроя, крыше основного здания, формированию отмостки к зданию школы. Затем градоначальник побывал в 6-й школе, расположенной в центре города. Здесь помимо крыши был сделан текущий ремонт блока Б, площадь которого 1200 квадратных метров. Работы выполнены на 95%. Объект готов к новому учебному году. Общеобразовательная школа номер 6 имени Антона Семеновича Макаренко была организована в 1937 году. Сейчас школа готова к приему детей, производится замена кровли. Работу ведет ИП «Беклев». Школа к 1 сентября полностью готова. Класс комплектности у нас 51, количество учеников 1300. Необходимо отметить, что до начала учебного года в регионе 372 школы распахнут свои двери для более чем 100 тысяч учеников. Из них 52 объекта образования расположены в областном центре. Альбина Кумаргалиева, Талгат Муратбаев, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.